Здравствуйте, дорогие зрители, читатели портала aramtorg.ru и журнала «Вестник арматуростроителя». Мы продолжаем свою серию репортажей с выставки «Экватек-2016». И сейчас мы находимся на ярком технологичном стенде компании «Danfoss». Хочу представить вам своего собеседника. Это Ярослав Игоревич Ядронов, руководитель направления оборудования для систем водоснабжения. Ярослав Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам о компании «Danfoss» и о продукции, которую она производит. Компания «Danfoss» – это, без преувеличения, можно сказать, один из мировых лидеров в производстве компонент для инженерных систем, зданий и сооружений. Ведет свою историю с 30-х годов 20 века. Компания уже скоро будет 80 лет. Это датский концерн, частная компания, которая находится, штаб-квартира, которая находится в городе Торборге, Дании. На российском рынке компания представлена уже 22 года. В 1994 году было основано российское представительство компании «Danfoss». Компания производит различные компоненты для систем теплоснабжения, средства управления двигателями, промышленную автоматику и, конечно же, компоненты для систем водоснабжения. Какие преимущества можете назвать продукции? Концерн «Danfoss» – это концерн с именем и, прежде всего, на флаге у нас, конечно, находится качество, надежность, безопасность эксплуатации систем, в которых установлены наши компоненты. Что вы сегодня представили на выставке? Какое оборудование, какие образцы? На выставке представлено оборудование для систем водоснабжения. Это запорная регулирующая арматура, это средства управления двигателями, это тепловые насосы, это индустриальная автоматика, датчики, реле давления. Вообще концерн «Danfoss» производит порядка, я уже даже боюсь соврать, это было раньше, несколько лет назад, порядка 250 тысяч наименований различных изделий. В качестве запорной и регулирующей арматуры «Danfoss» предлагает свою продукцию. Это дисковые затворы, это регуляторы давления. Дисковый затвор – это, возможно, даже оптимальное решение для сетей водоснабжения ввиду своей компактности, малого веса, относительно низкой цены, взаимозаменяемости частей и материалов. Может быть укомплектован ручным, электрическим, пневматическим и так далее, другими приводами. Здесь также представлен образец регулятора давления. Здесь это демонстрационный образец, представлен в разрезе. Соответственно, будучи установленным на сетях водоснабжения, он снижает давление до необходимых, снижает избыточное давление, снижая количество порывов и аварийных ситуаций на сетях водоснабжения. Увеличивает общую энергоэффективность, снижает общие затраты на водоснабжение, на подачу воды. Соответственно, другие модификации таких клапанов позволяют защитить систему, в том числе и от гидравлических ударов. Ну и в общем поддерживают баланс расходов и давления воды в системе наружного водоснабжения. Мы знаем, что вы локализовали свое производство в России. А как импортозамещение тренд отразился на вашей работе? И отразился ли он вообще? Конечно, отразился. Безусловно, «Danfoss» идет в ногу со временем и с требованиями рынка, и с требованиями в том числе каких-то локальных нормативных актов, в том числе отраслевых. И достаточно большая часть продукции уже переведена на российское производство, которое базируется на в нашем офисе в Подмосковье и на заводе в Нижнем Новгороде. Начато, конечно, это в основном с средств теплоснабжения, но мы постепенно движемся и к локализации продукции для систем водоснабжения. А политические, экономические трудности как-то отразились? Мы все живем под одним небом в одной стране, безусловно. Конечно же, все то, что отражается на всех, на всех нас, все отражается и на нас. Ничего поменять тут нельзя. Хорошо, может быть, поделитесь своими планами на 2016 год? Да,
Планы у нас большие, развиваться дальше, приносить пользу обществу, компании, своим достигать поставленных, намеченных целей. Собственно, все как у всех. Ярослав Игоревич, спасибо за беседу, спасибо за интервью. И в завершение ваши слова и пожелания нашим читателям, зрителям, ну и, конечно же, вашим коллегам. Мои пожелания очень простые. Как мирного неба над головой и, соответственно, такое же точно простое пожелание. Продукция компании Danfoss – это ваше решение для надежного, эффективного водоснабжения и водоотведения. Спасибо большое за интервью, за беседу и до новых встреч. Спасибо.